Добро пожаловать, с вами, как всегда, доценты, это трансформеры, закаленные в бою, мы продолжаем, и у нас сюжетная составляющая, четвертый акт, часть третья. Так, пробуждение искажения, в путь и шестая миссия финальная для третьей части, досада. Боссом у нас здесь будет Немезис Прайм, и судя по тому, что писали ранее в комментариях, это будет серьезная битва. Так, а этот у нас, разумеется, тактик. И он еще и один. Во дела. Так, вот это вот интересно. Слушайте, может быть, тогда мне подтянуть кого-нибудь, кто может себя хорошо показать против... Не так-то, в принципе, нас и много, но тем не менее... Ну, давайте так попробуем. Усилимся. Но это что-то мне вся история напоминает, если честно, с битву с Мегатронусом. Давайте усилимся. Ну, давайте. Там всю силу в него вложили. Он нас сейчас всех по одному разберет. Ух, 31 тысяча. Покажись, Немезис. Хватит бегать и прятаться. Я лишь хочу насладиться ужасом, который охватит вас от осознания, что все потеряно. Вторые шансы обычно мы даем. Наконец-то я нашел союзника, который может очистить реальности. Тот, кто известен как Мегатронус. Командир, и мы победили его в кузне. Даже десептиконы присоединились к нам, это было настоящее упражнение по тимбилдингу. И тем самым вы обрекли себя на смерть в пламени его возвращения. 31 тысяча. Ох, чувствую, сейчас у нас тут... 31 тысяча, да вы чё? Ох ты. Ещё диалог. На полпути. Это что-то это... Мегатронус поглотил всю силу, какую мог, и затем позволил себя уничтожить. Теперь его искра ищет самую мощную энергию для репликации. И тогда его уже нельзя будет победить снова. Это древняя технология сила праймов. Это не ты говорил при помощи ботов. Мегатронус искал энергию. И он нашел ее в дремлющем заточенном титане, на котором мы стоим. Даже в тот момент, когда вы думали, что победили, вы лишь убеждали его древние программы, что угрозы возрастали. Вы позволили выйти на свободу вашему разрушителю. Мегатронус будет перерожден, перекалиброван, закален. Сила некротитана пройдет через него и создаст великого владыку разрушений. Он сказал некротитан? Кто, черт побери, это такой? Джетфайр, что у тебя есть на это? Прости, Арси, я напуган и не могу мыслить рационально. Сокрушить вы меня или падете предо мной, это не имеет значения. Сам мир, в котором вы находитесь, жаждет уничтожить вас. И чё, это вся планета, что ли? Чё у него? Тяжелые атаки оглушают шторма Нерегона. Снижающий урон от атак. Блин, под тяжелые атаки его вообще нельзя попадать. И еще шторм Энергона гребаный. Ох, это будет тяжко. Так. Это будет очень тяжко. Уж лучше бы разбили бы здоровье на ботов поменьше. А он чисто как Мегатронус в одной спецмиссии в себя все впитал. А чё за подвисания пошли? Эк. Ага. Ага. Ага.
Залп! Ага. Ух ты, ё! Ты чё ж ты сделал-то? Блин, Аренхайт, ну ты даёшь. Опять вот эта вот херня. Ой-ё. Блин, эти микроподвисания, это вообще что-то с чем-то. Как же они выбешивают, а? Караула. Ну-ка, давайте-ка ради интереса этого попробуем. Очень любопытно глянуть. В принципе, можно победить. Тут только вопрос во времени, и главное не попадаться под его удары и провоцировать его спецатаки делать. Так. Ага. Да ладно! Да ладно, я же ушел! Да вы что, издеваетесь? Да не может такого быть. Но я же уходил назад. Я прям постоянно просто чечетку, можно сказать, отбивал. Чтобы он назад ушел. А он не ушел, а? Ох, блин. Вот дела-то. Так. Короче, это тот случай, когда надо драться с противником крайне чисто. Чтобы ни одного удара по тебе не пришлось. А у нас будет выстрел в голову. Выстрела в голову не будет, да? Ага. Да ну. А чё так энергия-то у меня прямо с... Вы видали, как у меня энергия откачиваться начала резко? Экс. Ага. Последний удар, а? Ну, Арси, молодец. Молодец. Так, короче, я переставил бойцов. У меня теперь два Мегатрона. Попробуем заново по-нормальному отыграть Эренхайдом. И самое главное, если у нас вдруг Мегатрон так себе себя покажет, может быть, надо будет попробовать тогда поменять одного Мегатрона на одну Арси. У нас там Арси есть как раз дублема. То есть в этом плане все очень даже должно быть хорошо. Ну, давайте Эренхайда берем и погнали. Так. Ага.
Ага. Ага. Да ёб твою налево, ну как, а как я уйти-то должен был? Херня собачья. Очень плохо. Очень плохо, какая-то вообще лютая дичь просто. Просто охренеть. С этими уходами какая-то хрень творится после обновы. Ладно, смотрим на Мегатрона. Чё он у нас там смогёт? Сейчас будем пробовать. Но все-таки мне кажется, мне такое предчувствие, что, наверное, Арси у нас здесь себя хорошо покажет. Опять подвисание, да ёб ваш налево, а? Экс. Назад! Вот! А в тот раз не сработало! Экс. Ага. Ага. Ох, охерительная мощь. Мощный урон. Просто охренеть какой. Эх! Экс. Ага. Ага. Ну, ёптать. Экс. Блин, чё у нас так этот-то не мог, Айронхайд? Вот и все. Вот, видите, вот этот вот уголок на арене, там вот на арене она как будто... она не круглая, она с углами. И стоит попасть в этот сраный уголок, он ни назад не отходит, ни в бок не отходит, он вообще ни хера никуда не отходит. На кой эти уголки в арене, хер его знает. Так, ну-ка, давайте-ка миража. Посмотрим, как он себя покажет. Блин, ну вот то, что у нас энергия накапливается и наказывает нас за нашу же энергию, это, конечно, вообще... Единственная мысль, какая меня посетила, это... У нас есть Гримлок. Который способен все эти эффекты убирать. Да ну.
Опять эти уголки! Ага. Кстати, а вот когда я бью, урок от шока не проходит. Чё? Это чё было? Чё это было? Охереть, право первого удара не прошло. Блин. Я как и говорил, вот эта вот херня, она здесь есть в этой игре. Эти вот микровставки от разрабов, которые здесь, разумеется, нифига не прописываются, они с одной и только одной целью всем известной, поэтому... Да, честность в сделку не входила. Нет, я лучше вторую Арси возьму за место Мегатрона. Арси прям вообще молодец. Гляньте, сколько она урона наносит. Это же вообще. Чё? Вот это пронесло-то, а! Да ладно, да ладно, вот прям, да-да-да-да-да, конечно. Вот он прямо с рывка и не на кулак, не... а раньше налетал, а сейчас не налетает, да? Серьезно? Да ну нахер. Эйк, пробуем другую вариацию и... Давайте-ка снова. Так, теперь возьму только этого первым. Пусть он у нас постреляет. Мегатрон, а потом возьмем Эренхайда. Потому что, блин, ну это вообще, конечно, странные вещи творятся. Очень странные. Эк. И по стандартам данной видеоигры... Мы начинаем бой с подвисания. 16 ударов, и я снял 1% у него. Ага. Так. Ага, да, разумеется, да. Летим с кулаком вперед, а посему задеваем того, кто уходит вправо. Да, точно. Это же закаленные в бою. Так. Да ладно, ну как вот он попасть-то мог, а? Да ладно, ну как он попасть мог? И
Я же ведь точно филигранно, зная, что сейчас будет рывок, ушел от него вверх. Он сделал гребаный свой стандартнейший удар. Из какого-то перепугу у него врубилась автонаводка. Вообще писец полный. Это просто полный финиш. О. Да. Вот тут вот ушла она, а Эренхайт точно от такого же не ушел. Серьезно? Вот опять, даже здесь ушла она от атаки. Ушла. Просто ушла. А тут уже не ушла. Да, тут она просто встала. Вот раз и отрубилась, да, вот. Там уходим, а здесь мы просто стоим, да? Чем это объясняется? Да подкрученной херней это объясняется. Вот чем это все объясняется. Я прям как специально уже вот просто вот слежу за вот этой вот херней, которая периодически здесь появляется. А она все-таки появляется. Ай, блин. Причем не из воздуха, а закономерно, логически. В правильно расставленных местах. Ни хера это никакое не совпадение, не случайность. Это как только когда игра вышла. Я мало того, что был первым самым, кто в нее играть начал. Так я еще был первым, кто про кристаллы всю эту херню вскрыл. И потом разработчики сами писали, начали указывать информацию, типа, да, есть такое, да, есть все-таки, да. И все равно дальше не указывают, но раньше писали, что да, есть такое, мы наебываем всех вас там, да, с этим порталом. Да, есть. Глубочайшие извинения, ёптать. Ай, блин. Да. Дурдом. Дурдом. Да быстрее ты грузись-то, сука! Чё так долго?
О, а тут увернулись, видите ли. О, а тут уже все, не, все. На второе не хватит, увы и ах. Там, значит, уворачиваемся, здесь не уворачиваемся. Так. Да, вот да, конечно. Я ушел наверх опять, а он просто встал, да, у меня вообще как будто, да. Ой, блин. Я подкрученный, говорит, как нехер делать. Пошел в жопу. Так. Вообще обалдеть, а? Нет, я понимаю, там, допустим, сложность поднять там, ну, когда добавляют вот эти вот вшитые, всратые вот эти вот нигде не указанные, не описанные, не заявленные вот эти подкрутки в виде микроподвисаний, право первого удара, либо тебе вообще на полсекунды отрубает управление. Это, блин, да вы вот вы представьте где-нибудь в Mortal Kombat на турнире, да, некоторым игрокам будут на геймпаде просто отрубать управление, чтобы другой стал чемпионом, да, каких-нибудь дисциплин. Ну, блин, это что вообще за бред такой? Ну, вдуматься только, это бред! Бред, это хлеб по-английски. Ай, блин. Я нафиг от этого с ума сойду. Звездеца. Эк. Давай, Эренхайт, тащи! Да куда? Что это было вообще? Это что такое? Это что сейчас такое вообще было? Куда он ломанулся? Ну-ка, давай-ка, Гримлок, тебя попробуем. Я хочу посмотреть, как ты там будешь это... Будешь ли ты у нас до бесконечности накапливать вот эти вот заряды, чтобы просто одним ударом этого уработать? Давайте же посмотрим все вместе, а? Как у нас Гримлок будет накопить до бесконечности удары? Спойлер, нихера он не будет, да? Потому что этот шоковый урон будет проходить только... Вот мы очистили. Даже с подвисанием вмазали. А что это за крик был? Вы слышали? Что-то как... Кто-то каркнул, походу. Так, ладно. Ну, в принципе, потенциал есть. Можно попробовать за Гримлока его развести. Но все равно Гримлок у нас урон получает.
Причем такой знатный. Знатный урон. Так, ну-ка давай-ка. Блин, я балдею. С этой игрой там... Это надо было назвать ее «Трансформеры. Закаленная жопа». Наверное, надо так назвать, потому что полыхать будет только так, ё-моё, с такими подкрутками. Так. Блин, вот это вообще сейчас было просто... Еще и топором сверху ее зарубил там, вообще обалдеть. Да. Вторую Арси, сестренку ее младшую выпускаем. Та была на пятерочку, это так на четверочку, но тоже пойдет. Ой, блин, а? Ага. Ага. Что это было? Почему энергия сразу не запиталась? Так это задержка с энергией. Да пошли вы в жопу, ё-моё, с такими подкрутками. Слушайте, это вообще какой-то... Какой-то подкрученный матч. Так. Блин, Арси прямо лучше, чем все остальные вместе взятые выглядят в этом матче. Так. Ага. Ща хереть, а? Сестренка-то младшая, смотрите, а? Что вытворяет, а? Все, и тут этот подрубил чит, говорит, не могу, все нахер, не могу против нее больше позориться, так. И автонаводкой нанес удар в поддых, ну, блин. Ну, короче, понятно, кто нам здесь нужен, однозначно. Нам здесь нужна эта Арси в этой битве. Это 100 пудов. Она зарешает вопрос.
Если только это совсем какой-нибудь лютый чит не врубит, где там чисто это... Как Нео начнет пули останавливать или еще что-нибудь там, или одной рукой драться. Ага, да, да, точно. Ой, да, конечно, да. Все, в задницу, короче, все это дело, не знаю. Пойду нахер лучше постримлю что-нибудь, потому что, ну, это вообще какой-то дурдом. С вами, как всегда, был Доцент, ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также ссылки на второй стрим-канал. И ссылочки на нормальные игры про трансформеров все снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, пока-пока.